Более 3800 нарушений при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Таковы предварительные данные по Уральскому федеральному округу за 2011 год. Главным образом процедуры закупок регулируются федеральным законом номер 94 ФЗ. Но помимо его указаний был нарушен еще ряд законов. Всего по округу возбуждено 149 уголовных дел, 1412 должностных лиц привлечены к ответственности. В Свердловской области по постановлению заместителя областного прокурора оштрафован главный специалист областного министерства строительства и архитектуры. При публикации в интернете извещения о запросе котировок чиновник не указал обоснование цены контракта. Это нарушение вышеуказанного 94-го закона. При запросе котировки государственная либо муниципальная структура должна обосновать цену, которую собирается заплатить за услуги. Также в Свердловской области привлечен к уголовной ответственности начальник управления государственной вневедомственной экспертизы. Он принуждал строительные организации заключать договоры с фирмами, учредителями которых являлись его родственники или даже он сам. Общая сумма, полученная таким образом прибыли, по оценке управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе, составила 43,5 миллиона рублей. И также в Свердловской области на завершающей стадии находится расследование уголовного дела в отношении бывшего областного министра здравоохранения и одного из его подчиненных. Как полагает прокуратура, при подготовке аукциона на поставку 5 компьютерных томографов в медицинские учреждения области чиновники необоснованно завысили требования. В результате конкурс смогла пройти только одна фирма, у которой по завышенной цене и были куплены вышеуказанные приборы. Нарушения законодательства в сфере закупок зафиксированы во всех 6 субъектах Уральского федерального округа. Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев дал указание держать соблюдение законности в сфере государственных и муниципальных закупок на особом контроле управления Генпрокуратуры в УРФО.